В ефірі програми «Це вас хвилює». Вітаю вас. З вами я, Галина Щерба. І в ефірі ми сьогодні будемо говорити про доволі актуальну тему на сьогодні. Тема нашої розмови – це грип. Чимало шкіл міста закрилися на карантин. Працівники багатьох підприємств йдуть на лікарняний грип. Отже, сьогодні у нашій студії Вікторія Сокрут, лікар-інфекціоніст обласної інфекційної лікарні. Доброго дня. Добрий день. Ми дуже раді бачити вас у нашій студії, тому що знаємо, що грип не дає зараз готуватися до свят спокійно, і багатьом свято це зіпсує новорічне. Отже, сьогодні поговоримо, як не потрапити на крючок, на гачок до такого не дуже приємного захворювання. Хоча приємних захворювань, мабуть, не буває. Отже, грип. Що це за хвороба? І як вона може зіпсувати настрій, і не тільки настрій, а й самопочуття нашим глядачам? Дело в том, что это очень распространенное заболевание, и несмотря на то, что это не самое распространенное острое респираторное заболевание, оно поражает своей массовостью, поэтому для нас актуально. По заболеваемости оно стоит на 5-м месте, но поскольку склонно к эпидемиям, то сейчас именно грипп косит наши ряды. Детки не ходят в садики, закрываются предприятия, потому что заболеваемость растет с каждым днем. И если в начале декабря у нас были единичные случаи, но сейчас в больнице 76 пациентов с гриппом, практически все остальные пациенты – это больные с ОРЗ, то есть респираторные группы. И, конечно, на городе, на стране, на каждой семье практически это ощущается. Поэтому проблема актуальная. Защититься от гриппа можно вакцинацией, и, конечно, об этом нужно было думать немножко раньше, хотя по рекомендациям ВОЗ мы это можем делать в любое время, даже во время эпидемии. Я хочу зазначити, що телефон студії прямого ефіру 76-92-42, і ви, наші глядачі, можете телефонувати просто зараз, щоб поставити наші гості свої запитання. Нагадую, тема нашої розмови – це грип. Отже, актуальна зараз ця тема, і ви говорите про грип та інші гострі респіраторні захворювання. А як же відрізнити грип від інших? Дело в том, что легкие формы и даже среднетяжелые формы гриппа не всегда можно отличить от острой респираторной вирусной инфекции, а ОРВИ бывает более 300 видов. То есть симптоматика может быть очень разная, она бывает стертая, бывает смешанная, и разобраться в этих сложностях пациенту самому не удастся. Поэтому всегда надо вызывать семейного врача и не брать на себя такую ответственность, потому что предсказать ход болезни, поставить диагноз больной сам себе, скорее всего, не сможет. Конечно, есть отличительные особенности, они бывают даже на уровне штаммов гриппа. Дело в том, что сейчас у нас, как и каждый год, гуляет несколько штаммов, обычно их 3-4. Сейчас у нас их 3, это Калифорния, Гонконг и подштамм Виктории. У них тоже есть свои отличия, но есть основная канва, характерная для гриппа. Во-первых, при гриппе всегда идет ломота в теле. Это всегда резкое начало, даже название грипп в переводе, оно означает слово «внезапный». То есть не будет температуры сначала 37, потом 37 с хвостиком, потом 38. Это сразу высокая температура, если это типичный хороший грипп. У пациента болит голова, ломит кости, суставы, болят мышцы, болят глаза, идет сухой кашель. Если при ОРВИ обычно сразу насморк, першит, горло болит, то у больных с гриппом зачастую этого нету. И оно, если появляется, появляется немного позже, на вторые-третьи сутки. Уже может быть насморк, может беспокоить горло, потому что уже долго кашлял. Зачастую этого нету. То есть мы говорим, что интоксикация превалирует над катаральными явлениями, то есть больному просто плохо, высокая температура. Больному просто очень плохо, он чувствует себя больным, но при этом из носа не течет, горло особо не беспокоит, то есть непонятно что. Дело в том, что с высокой температурой могут начинаться
очень многие заболевания, поэтому, опять же повторюсь, необходимо вызывать врача, чтобы он искал причину, потому что не обязательно причиной окажется грипп. А время йде, і больному потрібно лічитися. Потрібна допомога. У мене відразу декілька запитань, і я їх буду по ходу озвучувати. Угу. Ви назвали слово «штам». Це тільки для лікарів інформація? Чи це можна пояснити широкому загалу? Це також потрібно знати людям. Що є собою ці штами грипу, і чому їх аж три на нашій території? Спасибо за вопрос. Эта информация нужна больше вирусологам, то есть людям, которые ежегодно делают вакцину. Чтобы правильно подобрать ее состав, нужно знать, какие штаммы актуальны каждый год, потому что каждый год вирус мутирует, он вырабатывает новые свойства, и вакцину нужно делать именно с учетом новых особенностей, потому что прошлогодняя вакцина не сработает. Поэтому эта информация нужна уже для специалистов. Людям это знать не надо, потому что... Оно им не допоможе. Да, абсолютно не поможет. Лечение универсальное, и диагностика на уровне обывателя, она тоже простая. Эти нюансы абсолютно никому не нужны. Про лікування ми поговоримо також далі. А ще ви сказали викликати лікаря за будь-яких підозр. Так, але люди, мабуть, більшість респіраторних інфекцій називають грип, і не завжди викликають лікаря. Колись там трошки носиком пошморгав, трошки температура піднялася, день-два вдома полежав і вперед на роботу. За яких умов можна ось так собі дозволити порозслаблятися, а за яких симптомів обов'язково треба викликати лікаря? Если у человека высокая температура изначально, и она больше 38, и она не падает, то это уже повод для настороженного отношения. Хотя для гриппа нормально иметь высокую температуру несколько дней, 5-7 дней, после чего она должна исчезнуть, потому что грипп – это самолимитирующаяся инфекция. И даже нам тобто, температура… Лікуй, не лікуй. А все одно она будет, и это хорошо, потому что температура на самом деле это показатель выработки иммунитета. Только при повышенной температуре организм адекватно вырабатывает интерфероны, которые побеждают вирус гриппа. То есть если мы искусственно сбиваем температуру, мы затягиваем сроки болезни. Поэтому к температуре нужно относиться спокойно, но бдительно. Если она держится 38-39-40, при этом больному очень плохо по самочувствию, его всего ломает, у него болит сильно голова, у него может быть тошнота, рвота, тогда, конечно, нужен врач. Если больной себя относительно неплохо чувствует, может кушать, слабость умеренная, боль терпимая, температура сбиваемая, тогда можно перележать дома, наблюдая за своим самочувствием, если все потихоньку сходит на нет, отлежаться и потом идти уже на работу. Дякую за відповідь, це дуже корисна інформація. Ми з вами не поговорили про симптоми, попереду поговоримо про лікування. А ще хотілося б запитати про причини захворювання на грип та інші респіраторні інфекції. Ну, причини – це віруси, тобто вокруг нас багато мікробів. У них идут свои жизненные циклы, свои интересы касательно нас. И данная группа поражает именно респираторный тракт, то есть дыхательные пути. Это вирусы, излюбленное место которых – дыхательные пути. То есть мы ими заражаемся, вдыхая воздух с данными микробами, и они живут в дыхательных путях. Какой еще был вопрос? Про профілактику тепер. Якщо ми вже знаємо причини, це віруси, які літають і можуть потрапити до наших дихальних шляхів, то треба поговорити про профілактику. Як уникнути, можливо, цього захворювання? Про лікування поговоримо далі. Ну, стопроцентно захиститися ми вряд ли зможемо, тому що... Ніхто не застрахований. Так. Да. Заразність доволі висока, і коли боліє багато людей... Избежать контакта в магазине, в маршрутке, на улице мы, к сожалению, не сможем. И в этой ситуации все-таки надо будет отдельно остановиться на вакцинации. Но что можно сделать, чтобы не заболеть в местах
массового пользования. Конечно, лучше их избегать. То есть в период эпидемии минимизировать хождение по магазинам, по рынкам, пройтись пешком, а не проехаться в маршрутке. То есть если видите явно больного человека, избегать прямого контакта с ним. Кроме того, вирус довольно устойчив в окружающей среде, в застойном воздухе. То есть можно проветривать помещение в той же школе, в детском саду, у себя дома. Если у вас дома есть больной член семьи, не бояться этого, не бояться переохлаждения, проветривать помещение. Вирус этого боится. Также он оседает на бытовых предметах, на дверных ручках, на предметах обихода. Поэтому, конечно, желательно меньше контактировать с деньгами, рассчитываться карточкой. Почаще мыть руки, мыть дверные ручки и предметы быта. Если больной ребенок, мыть игрушки с мылом. Обычные дезсредства довольно хорошо убивают вирус. Просто нужно почаще это делать. И тогда риск сведем к минимуму. Также, когда человек кашляет или чихает, то вирусные частички летают с ускоренной, быстрее. И больше, поэтому чихать желательно не в ладошку и потом пожимать кому-то руку, а чихать в локоть, то есть вот так вот. Тогда опять же мы риск заразить другого человека сведем к минимуму. И если человек заболел, нужно думать о других, а не только о себе, и не решать свои личные задачи, а поменьше ходить на улицу и заражать других людей. Це такі прості речі, вони, да, здається, що відомі усім, але їх важливо повторити знову і знову, щоб берегти здоров'я наших глядачів. Ви говорили про вакцинацію. Чи є люди, кому вона показана? Вакцинування проти грипу? Вакцинація – це... Чи це за бажанням? Хто хоче робити? Очень больна тема нашого общества. К сожалению, антивакцинальні кампанії привели к тому, що люди бояться вакцинуватися. Хотя это колоссальная защита для всего населения от любой инфекции в принципе. Если мы говорим о гриппе, во-первых, ежегодно грипп мутирует. То есть если человек болел в прошлом году и позапрошлом году и 5 лет назад, не значит, что в этом году он не заболеет. Потому что каждый раз практически вирус новый. Мы каждый раз встречаемся с ним как в первый раз. И... Тобто застрахуватися майже неможливо. То есть, чтобы застраховаться, нужно вакцинироваться. И, конечно, есть группы риска, кому показана вакцина в первую очередь, но по хорошему счету вакцинироваться желательно всем. Когда вакцинируется критическое количество людей, создается прослойка защитная, когда вирус не может быстро распространяться среди населения. Тогда болеют в 100 и даже 1000 раз меньше людей, чем могло бы быть. Но люди у нас не понимают необходимости этого, не считают нужным, боятся. И поэтому, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Мы имеем вспышки заболеваний, даже эпидемии. У нас в зимнее время переполнены больницы. И пока люди не хотят о себе заботиться, к сожалению, так и будет. Кому вакцина показана в первую очередь? Это так называемая группа риска. Это, во-первых, беременные женщины, потому что у них за счет иммунодефицита грипп протекает хуже, как многие наши болезни. Что такое иммунодефицит у беременных? Дело в том, что для того, чтобы выносить малыша, организм искусственно снижает порог иммунитета. И женщина не чувствует, как в ней развивается болезнь. Организм искусственно это все смазывает, чтобы она могла отдавать все силы малышу. К сожалению, они не понимают, насколько серьезна их ситуация, и поэтому им и лечиться лучше в стационаре, и по возможности вакцинироваться. В эту же группу входят больные с диабетом, потому что у них тоже иммунитет снижен, больные с лишним весом, с ожирением, так как у них тоже многие иммунные реакции идут аномально, они болеют тяжелее, у них обостряются все старые проблемы, и это тоже группа риска. Все больные с хронической сердечно-сосудистой патологией, потому что может идти осложнение, связанное с сердцем, с легочной патологией, онкобольные, больные с другими пороками иммунитета. То есть причин для иммунодефицита много, и пациент обычно знает, что у него есть та или иная серьезная проблема, которая может осложниться. А любая инфекция может приводить к
к осложнению всех старых болячек, которые есть в организме, что мы регулярно, в принципе, и видим в стационаре. Отже, вакцинування слід обов'язково навіть проводити багатьом людям, але, мабуть, не під час епідемії. Говорять, що правильно робити до початку її. Ну, в идеале, конечно, хотелось бы до эпидемии, чтобы минимизировать риск заражения. Но если уже эпидемия идет и вакцина есть, это можно делать в любое время. Согласно рекомендациям ВОЗ, это делается в любое время эпидсезона. При наличии вакцины, желание пациента, отсутствие противопоказаний. Если человек последнюю неделю не болел, не имел температуры, хорошо себя чувствует, не был в контакте с явно больными людьми, то вполне можно вакцинироваться. Чтобы уберегтися від такого захворювання. Дело в том, что риск все равно останется заболеть, но никто из вакцинированных у нас не умирает от гриппа. Это доказанная статистика, то есть это хорошая защита. Человек либо перенесет в легкой форме, либо даже если заболеет и будут какие-то осложнения, он не умрет. Это очень важно. Так, це суттєво. А скажіть, будь ласка, крім вакцинації, це один із методів профілактики грипу. А вже якщо людина захворіла, вона викликала лікаря, вона чекає, що можна і що слід такому випадку робити? Що собою являє комплекс лікувальних заходів? Буквально недавно, в течение месяца, Минздрав издал новый указ по лечению больных ОРВИ, но это можно применить и к гриппу, где меняются все наши представления о лечении и отменяются все препараты, которые мы любили. Отменяются противовирусные препараты, отменяются витамины, отменяются антигистаминные, тем более запрещаются антибиотики. То есть практически все, чем привыкли мы лечить, уже так не лечат. То есть доказана неэффективность клиническая. Доказательная медицина – это серьезный раздел, это статистика, это многотысячные исследования. И если во всем мире не применяют массу группы препаратов, то зачем больному тратить финансы на и препараты, которые не нужны. Да. Поэтому лечение тут не столько в химиотерапии, то есть в таблетках химия, как говорят по-народному, сколько в режиме. То есть больному, во-первых, нужен постельный режим. Почему? Когда человек лежит, у него не будет идти такая нагрузка на сердце, на дыхательную систему, и вирус не сможет захватывать новые территории, и не будет протекать болезнь с осложнениями. Если человек дает нагрузку, организм вынужден тратить силы не только на борьбу с инфекцией, а на и обычные свои процессы, и поэтому там процент осложнений гораздо больше. Обильное питье. К сожалению, не все люди любят пить, но это не значит, что этого делать не надо. В этом плане ориентироваться на ощущения абсолютно не нужно. То есть пить через «не хочу» нужно 1,5-2 литра в сутки. Что пить, здесь не суть важно. Это можно делать по желанию. То есть кто что любит, соки, морсы, компоты, чаи. Лишь бы человек пил минеральную воду, просто водичку, молоко. Лишь бы человек пил. То есть учитывать его пожелания, но заставлять, если он не хочет. В идеале, конечно, это солевые растворы. Почему? Человек при гриппе высоко лихорадит, он потеет, он теряет и с дыханием, и с потом соли. И когда солей не хватает, слабость держится дольше. Организм восстанавливается медленнее. Но обычно солевые растворы, они очень неприятные на вкус. Люди их избегают. Есть современные препараты, но они на порядок дороже, поэтому уж пусть пьют чай, компот, что угодно, но пьют. А в плане еды все кардинально наоборот. То есть кушать нежелательно. То есть если человек не хочет, не нужно себя заставлять. Да. А если даже хочет, переходить на молочно-растительную диету, потому что белки – это опять нагрузка для организма. Организм опять вместо того, чтобы бороться с инфекцией, будет тратить свои силы и энергию на расщепление белка.
А расщепляться в этих условиях он будет очень плохо. То есть эта пища не пойдет на пользу больному и затянет опять же заболевание. Витамины уже говорят, что не надо. То есть обычные овощи, фрукты, если человек хочет, он может кушать. Специально какие-то препараты не нужны. Антибиотики категорически не нужны. То есть, во-первых, они не убивают вирус, во-вторых, они даже способствуют проникновению вируса вглубь. То есть, если доктор не видит гнойных осложнений, никогда антибиотик не показан. К сожалению, при вирусной инфекции часто присоединяется бактериальная инфекция, идут либо гаймориты, либо гнойные бронхиты, либо пневмонии. Приходится идти тогда уже на антибиотики. Но это подбирает врач индивидуально, и у человека этого может в принципе не быть или быть там на энный день болезни. То есть сходу их пить категорически не надо. Что касается противовирусной терапии. К сожалению, препаратов от вируса гриппа не так много, их два. Азельтамивир, то есть Тамифлю, и Занамивир Риленса. На рынке у нас их крайне мало, в аптеках, скорее всего, вы их не найдете. Они достаточно дорогие, около 400 гривен стоит упаковка. Но дело в том, что их не стало в аптеках еще с осени. То есть препараты есть у нас в стационаре для тяжелых пациентов, для беременных, для пациентов с пневмонией. А каждому пациенту хотелось бы дать, но их нету. Что можно? Можно покупать ингаверин. Это препарат, который есть в аптеках, он доступен. Он менее эффективен, но эффект все-таки есть. И препарат, который действительно работает. Что касается остальных противовирусных препаратов, они в этой ситуации нам ничем не помогут. И касательно ОРВИ, согласно нынешнему приказу, все эти препараты, ну не скажу противопоказаны, не рекомендованы. То есть их эффективность не доведена. Зрозуміло. І наостанок, чого ми зрозуміли, що потрібно робити. Потрібно відлежатись, попити багато водички, рідини різної, хто яку захоче, хто яку зможе. І викликати лікаря. А чого не можна робити, чого не варто? Мабуть, займатися самолікуванням. Це завжди говорять, про це попереджають всі лікарі. Ну, самолечение, конечно, нежелательно, потому что больной не может предусмотреть, какие осложнения разовьются на каком этапе. Дело в том, что у наших пациентов очень часто идут пневмонии. И это серьезное осложнение. В пандемичной гриппе 2009 года очень много пациентов погибло именно от пневмонии. Она развивается как в начале болезни, в середине, так может быть и в конце. И больной этого не чувствует. То есть кашляют они все, температурят все, плохо всем. То есть эту патологию может заподозрить врач. Мы слушаем больного, мы смотрим, как часто он дышит. У нас есть специальные аппараты пульсоксиметра, которые показывают насыщение крови кислородом. И если мы видим снижение показателей, даже в легких, когда еще нет хрипов, и больной не особо кашляет, мы понимаем, что ситуация уже критическая, уже нужно стационарное лечение. И антибиотики, рентгенография легких и наблюдение за пациентом. То есть без врача в этом разобраться невозможно. Очень часто у нас первые, вторые, третьи сутки у пациента вроде бы все ненормально, на четвертые сутки, на пятые мы слышим хрипы, мы выявляем пневмонию, которой не было до этого. Поэтому отлеживаться, наблюдаться, не стесняться звать семейного врача. И если появляются тяжелое дыхание, болит в груди, тошнота, рвота, то есть сильная интоксикация, температура, которая не сбивается, то есть однозначно вызывать доктора или вызывать скорую и ехать в стационар. У нас хватает коек под грипп. В нашей больнице практически все койки перепрофилированы под грипп и ОРВИ. Разворачиваться будут койки на базе первой больницы. Если их будет недостаточно, еще в нескольких больницах будут открываться отделения под таких пациентов. Поэтому лучше 2-3 дня побыть под наблюдением у доктора, убедиться, что все идет на выздоровление, и спокойно возвращаться домой, чем приезжать в уже запущенных ситуациях, когда нужны реанимационные мероприятия, когда это все дорого и тяжело для пациента протекает.
Я вам дуже дякую за такі корисні, зрозумілі, прості, але важливі поради. І вам бажаю здоров'я. А нашим глядачам нагадую, що ви дивилися програму «Це вас хвилює». Сьогодні ми говорили про грип. Дослухайтеся порад, бережіть себе і на все добре.